Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы начинаем свой влог. Мы сейчас выехали в сторону Новороссийска. Нам надо сходить в несколько магазинов. В общем, мы едем покупать Кристине елку и новогодние игрушки. Мы обязательно сегодня все это покажем. Мне надо в спортмастер. Скоро у одного человека день рождения, и мне надо купить подарок. Вот. Так что я вам обязательно сегодня покажу, расскажу. И сегодня, думаю, будет очень много интересного. Да, Ведь? Да, Ведь. Да, Ведь? Да, Ведь. Да, Ведь, Ведь. Да, Ведь. У нас обещает нордост. Ну, то есть ветер уже дует, но я так понимаю, что усиление ветра будет. Сейчас я вам покажу, что у нас происходит уже на горах. И это причем начиная с Кабардинки и в сторону Новороссийска. В Геленджике такого нету. Ну, в общем, сейчас я... Видно, вот когда вот такая борода на горах, это значит, что идет ветер. Причем не обычный ветер северный, идет нордост, то есть усиленный, правильно? Идет к нам, да? Да. Бежит прям. Он, да, летит. Летит ветер. Ветер, ветер. Беги на край земли. Лети, лети уж тогда. Вот у нас Кабардинка, мы проезжаем наш замечательный кабардинский курорт. Очень много людей любят Кабардинку, и уже вдалеке видно Новороссийск. Да, ребята. Вот герой, Новороссийск. Короче, сегодня у нас... Сегодня веселый день, я думаю, будет. У нас отличное настроение у обоих, да. Вот, мы вдвоем вырвались сегодня в Новоросс, проведем отличное время. И я думаю, что вас повеселим точно так же, как мы веселимся всегда себя сами. Себя всех. Так, все. Все, мы едем. Да, ребят, оставайтесь, смотрите видео до конца. Давай. Давай. Скороговорку бегать. Скороговорку? Давай. Так, ехал крепко через реку. Шоу! Ты только что и сказал, подожди. Я хлопнула, мне хорошо. Давай. Я больше. Давайте я. Ехал грека через реку, видит грека в речке, рак, сунул грека руку в реку, хватит за руку греку, рак. Что это видит в гречке, ты сказала? В речке я сказала. Короче. Давай. Нет, давай другую. Давай, давай, сейчас я скажу скороговорку ей. Давай, цапля чахла, цапля сохла, цапля сдохла. Да все, хватит, я одну выучила, блин, ее с детства. Слышишь, это твоя коронка, потому что... Нормально вообще? Я не в детстве ее учила. А где? Ну где-то, я помню, еще я жила. В институте. Я не была в институте. На работе. Благородных девиц. Ты была? Ой. Нихера себе, ты видела? Тихо. Ты видела? У него мешки посыпались прямо на машину сзади. Да? Вон он, смотри, останавливается. Я не знаю, как вам показать, к сожалению, вам снять. Мы, может быть, можно посмотреть. Нет, я думаю, что не видно будет видео. Что это? Ехал, короче, КамАЗ. Мы его обогнали через реку. Ехал КамАЗ, у него полностью, в общем, весь КамАЗ сверху в черных пакетах с листьями. И, короче, я смотрю в зеркало заднего, я аж заговариваться начала, такое видела. И просто три мешка вылетают с КамАЗа и просто прям на машину разрываются мешки, листья разлетаются на дорогу. И вот сейчас и КамАЗ, и легковушка затормозили, сейчас будет махич. Да? Слушай, ну хорошо, что там Что листики. Там просто листья, прикинь? Да. Ну нет, короче, это жесть. Не полетели. Я об этом подумала, да. Бетон, прикинь, там взлетел пушинкой. Это говорит о чем? Это говорит о том, что у нас поднимается ветер. Все, мы поехали. Будем концентрироваться на дороге. Так, поехали на центральный рынок города Новороссийска. Здесь гораздо холоднее, чем в Геленджике. Все, мы припарковались. И идем сейчас. Тут есть одна точка с дисками на Соньку. Так как мы очень такие игроки, мы прошли уже много игр, хотим их просто поменять на другие. Вот сейчас мы посмотрим, если мы его найдем. Я не помню, где он находится. Нормально все у тебя? Так, где-то вот из таких точек. Ну, слушай, 10. Точка 10, где? Дамы, смотри.
дамы, ну зачем вы тут расселись? Пошли, давай. Вот, Кристин, красное платье и бусы. Я думаю, это тебе на Новый год. На Новый год конкретно. Да. Было бы неплохо. А не там? Там. Пошли. Ага. Нам надо 10 10 10 Б, по-моему, что ли. 10-10. Молодые люди. Прекращайте, уходите. Не смотрите на нас. Ты меня? Да, да. Так, 80. Вот. Пошли туда. Или куда? Сюда? Или... Где? Ну, дамы. Ну что, разошлись. Ты джинсы не налезли чуть-чуть. Так, все, погнали. Красивый, да? Ну, парнишки, смотри. Крокодил. А это тебе на Новый год. Крокодил. Сеточкой, да. Прикольный кофт. Да. Так. Хорошо, все. И шаг не сможешь сделать, вот так будешь. Слышишь, в туфлях лодочках. Что-то на нас напало. Нет, нам не сюда. Почему тут все смотрят? Такая елка стоит 2600. Я считаю, что это очень дешево на самом деле для елки. Та стоит 4300, это стоит 300. Ну, они хотя бы более-менее, да? Ну, пошли тут все-таки посмотрим, которая елью была. Спросим, сколько стоит. Может, она очень... Ты это слышала? Ну, ты скотина просто. Пошли, все, нам надо внутрь, обратно в этот. Ребят, вот на самом деле у нас сейчас светит солнце. Полураздетые люди, я имею в виду, в тонких куртках, там без шапок многие ходят, да, и везде вот такое, вот такая подготовка к Новому году, то есть везде вот эти вот елочный базар, так сказать, игрушечный, да, куча всего, все светится, все красиво. Блин, слушай, я тоже хочу купить гирлянду, кстати, какую-нибудь, знаешь, какую-нибудь синенькую, синие фонарики хочу, и в комнате повесить. Я тоже хочу на окно, знаешь, да. Дождиком вот это. А, ну дождиком у меня шторы, мне не будет видно, но я хочу, чтобы в комнате светилось. Ну, точно. Дождиком шторы, у меня на окнах штор, на окнах штор нету, да? Нет, это у меня-то всегда все время они закрыты. То есть, если это будет висеть на окне, или ты прям на шторы хочешь? С той стороны, в сторону улицы или в сторону дома? Ну вот, я про это и говорю. Так, да, ладно, сейчас пошли, спросим, сколько стоит та елка. Нам еще надо пойти в Красную площадь, ты помнишь? Спортмастер. Да, так что мы ускоряемся немножечко. Тут такой добротный, такой холодный прям ветер, да, дует? Что-то мне прям лоб замерз. Кристин, разогналась. Так, все, идем. Вот такие елки мы вообще присмотрели. Очень красивая елка на самом деле. Она очень прям похожа на живую. А ее стоимость 1,80 м, по-моему, рост, и стоимость у нее 9500. Вот это вот стоит не знаю сколько, а та стоит 2000. А это, по-моему, 3 или 4 тысячи. Короче, сейчас вот такую елку, вот такого роста, мы сейчас спрашиваем, но вот такого формата. Сейчас нам скажут, сколько стоит. Потом игрушечки покупать пойдем. Вот такой вот у нас идет ветер, что все горы в бороде. В общем, мы пришли покупать елку, которую выбрали, мы вам показывали. 160 сантиметров, она стоит 5500. Но самый интерес в том, что продавщица позвонила, узнала цену, и когда мы пришли за этой елкой, она сказала, а ее нет в наличии, только на заказ. Ну, естественно, мы, короче, расстроились. Больше ничего подобного мы не нашли, к сожалению. Поэтому мы сейчас пошли в Красную площадь, в Спортмастер. Нам кое-что там нужно. Вот, зашли в магазин вот этот FreeBay, я вам уже много раз про него говорила, там, где я покупаю постоянно чехлы, там стекла на телефон. Тут я, знаете, что я сделала? Я, значит, шла за чехлом, но как-то так у меня получилось,
что я взяла ножницы домой, доски разделочные, салфетки целую пачку, скалку, сотейник. Хозяюшка просто ошла за чехлом. Кристина, а ты, кстати, расскажи, каким образом у тебя получилось так, что игрушки, покажи, покажи, игрушки на елку у тебя есть, а елки-то еще нет. Ну вот на себя повешу я эти игрушки. А если на скотче на стену, на гвозди? Тебя же Рахим умеет пользоваться теперь этим перфоратором. Да сейчас-ка, я вот сейчас найду елку. Вот. Вот это сейчас. Во, ну конечно. Смотрите, у нас, да, холодно, зима. Ну как холодно. И растут розы. Цветут, точнее, розы. Причем в Геленджик. Так к этой крыше привяжем. Нет, ну это уже, конечно, огромнейшая. Да. Вот наша Красная площадь. Сказать, немножечко прям разоделись такие, знаешь. Что? На улице уже сколько? 5 градусов, а мы все. Не, на самом деле, вот у меня теплая кофта, спортивные штаны вязаные и кроссовки. Кроссовки, правда, сетка, но мне достаточно тепло. Не знаю, почему Кристина вся размерзлась. У нее тоже такой же добротный костюм, причем теплый. Не знаю, не знаю. Но здесь гораздо холоднее, чем в Геленджике. Прям. Я думаю, что на несколько градусов. Все, мы пришли в Красную площадь. Да. Мы идем сейчас, господи, в спортмастер. Гоу. Вот такую вот елку уже нарядили в Красной площади. Она просто огромная. Под потолок. Слушайте, ну, очень-очень круто. Очень красиво. И вот сейчас я ощущаю прям новогоднее настроение, когда вокруг все светится. Все горит, куча людей, которые подготавливаются к Новому году. А, кстати, в торговый центр без масок входить нельзя. Вы можете ее купить за 14 рублей на входе. Вот, так что сейчас мы идем искать спортмастер. Где? Где? Я хочу шубу. Шубу? Ну ты же мерила вчера. Мы за какой елкой ехали, мы такую и взяли. Потому что мы прошли все вокруг, ничего нету подходящего вообще, в принципе. Вот, что? Осталось нам купить только гирлянды. Ну, я в спортмастере, соответственно, не нашла ничего подходящего. Мне надо будет тогда в другой немножечко магазин попасть. А сейчас будем гирлянды покупать. А вот, вот это сколько штучек стоит? 600 рублей до улицы. А что, нельзя дома ее? А вот это за 230 сколько там метраж? Метров 14 есть такие? У нас их нет. Уличные. 10 метров 900 рублей и 18 метров 1600. О, кальяны, смотри-ка. Да, уж. Все, будем искать, да? Ну, так что? А, там нет ничего? А вон там вторая точка. А, то же самое. Игрушки? Вон маленький, а, не, маленький слишком, да, шарики были. Да. Все. Короче, дорогие друзья, сегодня у нас капец какой был насыщенный день, на самом деле. Мы так устали, в итоге все-таки елку-то нашли. Да, купили гирлянды. Я купила себе там тоже несколько вещичек для кухни, досочки, сотейничек. А, я вам уже показывала, да. Вот. Ну и все. Сейчас мы подъедем, забираем елку, грузим и выдвигаемся уже в сторону Геленджика. На самом деле мы очень сегодня устали. У меня прям ломит все тело от того, что, наверное, 20 км прошла по этому рынку туда-обратно. Вот, так что, ребятки, всем сразу говорю до свидания, хорошего вечера, хорошего дня, продуктивного, потому что многие смотрят мои ролики днем. Вот, так что, ребят, всех целую, обнимаю, до скорых встреч в следующем видео, пока. Пока. Как всегда. Нотка, пока. Тянуть надо, тянуть. Короче, ладно, все это шуточки, прибауточки, давайте. Все, всем пока. Пока.